Два способа переброса. Прямой хват, обратный. Прямой, второй способ. Прямой, обратный. И немножко связка. Открытая атака, танцы джитсу. Крестообразный разрез. Итак, техники от угрозы ножом, то есть не нападение, а когда еще только нож достали и угрожают с какой-то там целью. Цель озвучивать не будем, просто угроза. Еще один способ танцевать, да? Да. Денис.